Хит до фитнес зоны, ничего себе. О, блин, дверь закрывается. Ты ни разу не был? Не. Да, ни разу, но... Так, видите, спортсмены. Это у нас... Тренера. Привет. Как это? Здорово. Участвовать будет? Частично. Молодцы. Нет, левой, да. Молодцы. Бои. Он приезжал на Шанторы, как раз. Он приезжал. Находимся внизу. Фитнес-тренера тут. Есть фитнес-тренера. Тихо. Привет, еще открытия не было. Открытия еще не было. Привет, еще нет. Это у нас папарацци. Так. Пройдем ЦК. Да, мы открытие Запоросталевской спартакиады. Там у нас молодежь. Здрасте. Что там новенького? Привет, привет. А теннис где будет? Будет проходить? Неизвестно. Скорее всего, в Армаде. В Армаде? Ой. А с другими не договорились, вот с тем клубом на Сергея Синенко. Да, ну тогда я тут же устраиваюсь в Спортлайф, и может тут как-то договориться. Я свой стол привезу, еще один. Да, и тут два стола. Вряд ли. Менеджеры. Ну тут я узнавал, надо 100 гривен отдать им. 100 гривен взять с клиента и еще 300 гривен в месяц отдать им, чтобы работать тренером. И они говорят, клиенты будут. Что-то я не знаю. Вот он, первый это самое. Куда, да? Так, ну удачи. А, да записываться там или что там? Ну, на бег. Так, отключим видео, пока оставим с батарейки на этот, на рекламку.